Поздравляю с победой, но чем можете объяснить такой разгромный счет во втором матче? Ну, мне кажется, парни собрались, настроились на игру и выиграли. Мне кажется, эта команда нам не, точно не по, им не по силам с нами бороться. А первый матч что помешало победить? Нам? Да. Я думаю, ну я не могу хвалить ту команду, конечно, но, наверное, просто ошибки. Как и всегда в футболе, ошибки, и проиграли. Ну, а то, что столько голов было забито, это показывает, насколько сильна была ваша команда или настолько слаб был противник? Мне кажется, слаб был противник. Мы реализовали все свои моменты, и мы выиграли. Вот когда противник удалось как-то сократить разрыв в счете, был такой небольшой конфликт в команде у вас. Как можно? На уровне смеха, просто расслабленности и все. Просто прикол, может. Да, можно сказать так. Хорошо, большое спасибо. Удачи.